Микросхема питания. Это у нас микросхемка MAX 77660-693. Если вы заметили, я реболил на более большом шаблоне, потому что данного не нашел. Тоже, если у вас нет подходящего шаблона для микросхемы, можете использовать немного больше. Вот. Главное, чтобы совпадал шаг контактов. Вот и второй. Не перепутайте направление, если будете ставить аналогичные. Если не помните направление, можете посмотреть по схеме.
телефон заработал. Итак, друзья, пару слов об этом телефоне. При подключении к блоку питания происходило короткое замыкание на данной микросхемке питания. Как вы уже увидели, это Note 2 N7100. Телефон заряжается, как видите. Вот. Довольно интересный случай, потому что при коротком замыкании микросхему лучше менять. Тут, как видите, помог реболинг. Батарея, судя по всему, на нуле. Пробуем включить. Телефон принесли мне с другого сервиса. Вот. Микросхему трогали. Там, не знаю, еще ее двигали, нагревали. Может быть, они каким-то образом повлияли на то, что она нагревалась. Не знаю, что там с ним делали. Просто-напросто отреболить микросхемку питания. Все работает, как видите, зарядка идет, 1% пока. Итак, это была у нас микросхема питания. Вот, если понадобится заказать ее в интернете, то вот они у меня есть. Вот я заказывал на Алиэкспрессе аналогичные микросхемы питания. Вот это уже отреболенная, новая. Вот, кстати, я хотел его поставить. Попробуем навести резкость. Макс 77 693. Вот, стоят они копейки. Я заказывал 3 штучки там, не знаю, евро за 5, за 6. Поэтому если реболинг не поможет, заказать новую не проблема. 2% уже. То есть зарядка идет, все отлично. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Я Дов. Подписывайтесь на наш канал. Только что мы заменили микросхему питания на Note 2. Вот. Точнее, не заменили, а отреболили. За эту работу мы берем 30 евро. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте комментарии. Всем удачи в работе. До новых встреч.